сначала послушника. Да, чтобы он тучи не насылал. Неудобно с тучами. Да. Лучше акулу обратим. Бьем? Да. Бьем. Это видео. Зачем тогда ты так делаешь? Ты получил по морде за. Я только взял. А так тебе и надо. Больше не будешь нажимать засаду, когда у тебя там успех 2%. 91. Там нет, без фокуса. Так что если у тебя без фокуса меньше чем 90, то не нажимай. Там было 91% с фокусом. Я говорю про без фокуса, блядь. 10 раз повторила. Я ж фокус использовал. Или ты имеешь в виду полностью фокус не забитый? Я говорю, если у тебя без фокуса не 91, то не юзай. У меня, например, без фокуса 90+. Поэтому, используя один фокус, у меня дальше 100%. Оживить тебя, нет? Ну, оживляй. Блин, это тратится. Не, давай лучше акулу. Давай. Какого они были уровня? 9. Судя по опыту, да. О, дай! Да, у тебя нету. Кровать. Отлично. Подожди, не то набрал. Ты что ты делаешь? Класс. Что дает мой щит? Броня и сопротивление и насмешка. Насмешка над врагом что делает? Ну, позволяет заагрить на себя, при этом получается... А, заагрить на себя? Я не хочу на себя никого агрить. Это использовать нужно. Просто так агра не будет работать. Рам тьмы 12 уровень, блядь. А что, смотри, я вот на него навожу, и вот это вот шок, что это значит? Электрический, наверное. Как думаешь, мы пройдем 12 уровень? Где вопрос? А, может быть, здесь? Я не знаю. Можно попробовать? Просто он закрывает тучами и ничего не видно. Мне некомфортно. Ну, там только босса запинать. Нас... Здесь только босса запинать. Только босс? Не уверен. Да. По-моему, там да. Нужно будет пройти 10 тысяч коридоров. Ну давай сплывем. Готово? Блин, хочу рух джунгли убить. Готово? Ладно, готово. Блин, это поминки, короче. А, ну ладно, босс. Ты прав. Ой, он еще и без всяких... Но он хотя бы без броней. Насмешка привлечена. Нет, спасибо. Насмешка, она еще броню повышает. Я хотел было проверить, но... Я не хочу. Хотя, я знаешь, как могу сделать? Я могу повысить уклонение, если бы мне было чем. Ты можешь так попробовать. Он все равно не копейки бьет. Ну, копейки бьет, да. 8, 23, 17. У меня просто тоже щит есть, но у меня он прокает не так часто. Ну ладно, я сам попробую.
А, у меня нет щита, потому что... Ну, не забывай, что он, ну, опасность не в том, что он бьет, а в том, что он будет накладывать дерьмо. Вот в чем проблема. Я не хочу, чтобы он накладывал дерьмо. Вот видишь, всякие оглушения, блядь, проклятия и прочее. Да блин, не успел его похилить. Ты учила. Поэтому я похилишь, я оживлю. А если его не оживлять? А, нет. Я его все равно оживлю, пройдет. Угу. На 53 убьешь его? Нет. Тяжко. О, денег дали. Ну, у себя возьмешь? Не, и у меня на крит шанс, так что, к сожалению, нет. Так, просто соберу. А что, тучи-то остались, ну, развеялись? Доплывем до дьявольской версии. Затариться не починиться. Поплыли. Так. О, какие-то тут. Смотрю, новый шмот. Да. О, сопротивление уклонения. Класс, я бы взяла такой бар. Яркое пальто. 10-10. О. Починка лодки, блин, стоит больше, чем лодка. Проще новую купить. А это в бою. Но я хочу купить себе яркое пальто для красной. Ну, покупай. Может, заодно сапоги. Сапоги такие же у меня там есть. Яркие сапоги. Я бы себе взяла, наверное. Хотя, да, сапоги лучше. Позолоченный баклер. Сейчас я деньги передам, все куплю. Ну, он че он такой дешмонский? Копейка вообще. 68, позолоченный баклер. Сейчас сразу, чтобы нам ходы не тратить. Угу. Мне баклер возьмешь тогда? Да. Точно тебе такой нужен, да? Да, я его сейчас поставлю на уклонение. Ладно. Мне лучше, чем броню. А мне бы выпала лайк, как я здесь. Так, покупаю набор инструментов. И подбородки покупаю. Идем. Тебе может... Стой. Блин, трава отшельника бы взять, я бы себе взяла. Но... У тебя есть еще, чтобы я тебе деньги передала? А, я тебе так могу, да? Так можешь передать, да. Сколько здесь? А, я просто все, короче, передаю и все. Сейчас я тебе 500 передам. На траву отшельника и... Синий. И... Синий, да? Угу. Возьми траву отшельника мне. Две, да? Да, все бери. Я просто сейчас хотела юзать траву отшельника, у меня не было. А ведьмину отраву из... Да, бери тоже ведьмину отраву еще. Возьми, все. У меня просто есть 6 ведьминых отрав. У тебя их... Ну, вон, охотник у вас останется. Мне только траву отшельника и баклер. Так, сейчас я раздам. Значит, яркое пальто передать этому. Яркие сапоги передать этому. Тебе отдать травку. И баклер. Да, траву отшельника и баклер. У
Будь здоров. Спасибо. Так, все, обратно не войти. Сейчас я знаю, что хочу сделать. Шесть уклонений. Одна вторая, что я уклонил. А я хожу, да? Да. Ой, блядь. Надо брать группу. Знаешь, что я хочу? Я вот эту хочу рух джунглей побить. Давай. Очень. О, темная пещера. Блин. О, 10-й уровень пещеры. Будем в нее залезать? Ой, бочки. Поезд. Убирай себя. Ладно, залезаю в пещеру. Войти в группу. Блин, у тебя, конечно, грусть. О. О, исцеляй. Попробуй, знаешь что? Пусть красная, наверное. Полное восстановление, да. Пропуск. Давай, 28. Попробуй фокус. Ну ладно. Можно и так. Уже не так. Все. Угу. Ждем Ксюшу. Готово. О, вообще, смотри, уже градусов 30, наверное, она. У нас сразу, блин. Быстрее сломается, быстрее. Ждем Ксюшу. Так. Я думаю, подгоняешь меня? Я... Может, мы просто в карточный сыграем? Смотри, адская гончая. Смотри, какая смешная. Глупоглазая такая. Соглазая. Кого бить? Как думаешь? Давай с адской гончей начнем. Она, наверное, будет поджигать? Он просто, мы ее сможем убить, наверное. Мне надо больше воротку съесть, иначе меня убьют. Сколько у тебя, кстати, осталось? 2 осталось. Так что... О, мы ее сможем убить. Класс. Да, убили. Уклонись! Ну блин, ну нахрена тебе 56, мудила? Можно же было уклониться. Почему проблема? Может быть, не от всего можно уклоняться? От всего. Ну, мумию добить? Да, добивай. Она больно бьет. Еще понятно, уклонение, параш вонючий. Ну, короче, какие-то сервёвки стали разом. Ну, 10-й уровень, ты что хотел? Мы всегда были на первом? Да. Ясно. Мне кажется, вот эта штука просто не работает, но ну, не, от нее не уклониться. Можно, просто одна вторая, понимаешь, 50%. Пойди. Я любитель проникнуть все на свете. Ну, теперь танул худзает, спасибо. А, дай! Забирай. Такой же, только на физ урон, а не да. На магический. Слушай, намного. Тогда дай мне вот эту на магический урон, наверное. Ага, на, забери. Вот тогда кому отдать? Красный. Да. Да, а то у меня навык ободрения, чё он у меня? Лучше вот так, наверное, сделать. Теперь у тебя 23% шанс крита. Повезло.
какой. По мумии буду. Давай. Или... Ну, уже все. Можно было по... А теперь мне нужно, чтобы тут сыграл свою песню. Тут играть свою песню. Я надеюсь, я по... Из трупу. По трупу, да. Почему он не критует? Он не критует, не уклоняется. Что произошло? Зато труп по все уклоняется. Чё фе-фе, я не успела прочитать. Я тоже не успел. Что он там накастовал? Я не успел, потому что я смотрел на количество хп. Конечно, вот так ты будешь уклоняться? Почему? На опыт траву, чтобы отхилиться. Бля, все равно не хватает. У тебя есть трава на опыт? Да, у меня ее что-то есть. Дать тебе? Давай дам тебе. Давай мне одну, я просто, чтобы бешбородку не тратить. Угу. Спасибо большое. Я, наверное, тоже съем. Ученым. Ну, только на голову. Никому не нужен. О. Инструмент. Нарух. Хорошо. Только бы он не пропал. Ой, сил. Я включил. Очень красиво. Да, шея у него, конечно, да. Понятно. С броню бью. Ну, если она пропала. Надо? Нет, забирай. Хорошо, что мы ничего не дали, интересно. Ладно, дали. Нам нужно, смотри, этот, логово пирата. Ну да, я знаю, мы сейчас объедем вокруг как раз. А, и по городам поедем. Да. Дай мне управление лодкой. О, ванна. Мощное течение. Не пройдешь. А, ну здесь все хорошо. У меня все равно это последний движок. Ну ладно, давай. Давно. Ух ты, там какой-то корабль волшебников хаоса. Ну, такой же был. А, да? Ну ладно, тогда.
Это что, торговец? Да. Смотреть товары. Ну-ка. Жизнь в фрейме, про пиво, свитки, кулоны. Я хочу фолковый шарф, я его куплю. У тебя разве на шее не это висит? Нет, у меня на шее висит вот это дерьмо. А, покупай. Просто он мне даст еще 6 крит-шанс. Купить и использовать. Итого, знаешь, у меня сколько крит-шанс? 44%. Так, я же на шее не знаю, покупать, не покупать. Я куплю. А. Я куплю. Нет. Танцующую крапиву. Хотя нет, скорость. Нет. Она... не нужна, у нас их много. Нет, тут скорость передвижения дай. А, подожди, стой. Это скорость передвижения. Два крапива, два, у всех по два. Свиток портала, свиток видения, свиток телепорта. Ну, телепорт у меня есть. Порталы у тебя есть, мы не пользуемся, блин, почему-то. Мне больше ничего, наверное, не нужно. Тебе ничего не надо? Не, мне больше ничего не нужно. Ну, тогда сейчас что-нибудь продам свое. У меня куча мусора. Я потом продам. Я сейчас продам. Я просто сейчас и не смогу, потому что ты плывешь. Ты можешь мне все скинуть, я все продам. Вообще, да. Блин, вот бы, конечно, вот у меня прочный кинжал, вот этот вот, которым я пользуюсь, но он самый такой первоуровневый. Но я хочу такой же, только лучше. Он такой крутой. Он дает скорость, дает крит шанс высокий. И бьет сквозь броню еще не... ну, то есть от HP. Сам его продам. Тебе нужен вот этот огненный лук? Вот такой, посмотри. Нет, у меня на 22, я с этой же выправлю. Тогда я его продаю. Вот это тебе нужно. Вот этот щит нужен? Нет. Тогда у меня такой же есть. Тогда я его продаю. Нет. Я это все отдал, что можно продать. Ладно, еще больше ничего не надо будет покупать. Хочу с ним сражаться. Там наверху что-то есть. Большая акула. Воин хаоса. Ну, я сейчас мимо проплыву. Хочу на вот эти вопросики. Вот на них надо наступить. Вот видишь, здесь один и второй висят. Надо на них наступить срочно. Лагерь разбойников нашли. О! Неплохо. Здесь живет король разбойников. Что? Ну, а такое? Сколько он, какого уровня, не сказал? Я не вижу. Ну, ладно, давай, атакуем, правда, у тебя... 12. Он, наверное, один будет. У тебя все покоцанные чела, они опять будут умирать. Ну, они же первые ходят, они могут и похилиться. Ну, ладно, попробуй, но разбойники тоже как бы не... Ладно, давай, атакуем. Сразиться со скверной. Это будущее скверна. Давай пока отставим, раз это со скверной. Ладно. Это вот на этот вопросик? Да.
Ого, у нас лодка полумертвая. Ну в какой? Да, да, порт, чтобы починить ее. Ой! Китовое брюхо, мини-подземелье является большим. Давай. Какого оно уровня? 6-го. О, а. Может хоть здесь будем в плюсе. Наконец-то. Спасибо. Кто-то вдох валяется. Очень на травницу похоже, кстати. А, нет, на ловчую похоже. Ловчая. А то у тебя ловчая звонит. Закрывает жалюзи. Звонит. Жалюзи. Жалюзи это правильно. Разве? Жалюзи неправильно. Здорово. Ладно. Ну ты же не говоришь звонит, ты говоришь звонит. Правильно? Я говорю звонит. А. Я знаю, что звонит правильно, но рефлекторно могу сказать. Как можно рефлекторно? Смотри, он в воздухе висел. Бес. Это маг какой-то бес. Ну, сейчас 31, да? Блин, если он кританет, я его убью. Если он не кританет, то а у беса останется 30... Ой, останется единичка. Тогда я его могу просто балалайкой на 37 ударить. Ладно, тогда я паука. Или... колдунью. Кого бить? Паук или колдунью? Давай паука. Понятно. Все понятно. Ну хоть без подох. Я постоянно без фокуса хожу. Чего прикол? У меня раньше постоянно был фокус. Мне кажется, короче, уровень еще играет роль в срабатывании. Потому что мы все уклонились. Ну не знаю, у меня сейчас чел промахнулся, не смог выкинуть кубик. Кем бы Ксюша не играл, он все равно идет в уклон. Что будут травницы играть в уклоне. Да не знаю, мне тут. Не, ну потом, если я танка возьму, естественно, я буду качать ему броню. Хотя хотелось бы, конечно, уклонение. Негодяй 38. Короче, неважно, кого мне бить. Кого мне бить? Негодяя? Давай негодяя. Потому что я его тоже не ваншотну. Он у меня попытался своровать деньги. Его добивать? Да, добивай. Он мог критануть пораньше? Чтобы ваншотнуть снизу. Не все у кита в животе. Такие же проглоченные. Нежить 38. Подрывник или кого бьем? Ну, подрывника яд. Ой, тогда вот эту штуку надо. Не уклонился. Ой, короче, у меня сейчас один кубик, и он да. Зашок. Класс. А что тогда делать? Оружие менять. Надо было.
Можно, конечно, подождать, когда шум пройдет. Сколько он там? Пару ходов? По-моему, да. Я поменяю. И нахер я это сделаешь с обратным, блядь, 3 часа, да, вспоминать, что у меня было. Шанс морозить с Аверем. Дай! Долго раз еще хрямится. Пират. О, путешественник. Спасибо, мне уж казалось, я никогда больше не увижу дневного света. Мне пришлось провести здесь много лет, питаясь только частично переваренной рыбой. Ну. Ой, можешь... Прости, а... Нет, друг... Это на что? На Дзиньяту. Это единственная Дзиньята, который... Ну, ладно, кидай. А что это вниз случилось? Я не знаю, еще раз кидай. Я не знаю, что случилось, но... Кидали еще раз. Я сразу помогу вам во всем, что вы затеваете, особенно если вы собираетесь искать сокровища. Плюс один перс. Так, плывем тогда вокруг острова. Да. Слева. А, вон, тихая пристань, блин, Ильич. Вниз плыви в тихую пристань. Плыть надо, а не идти корабль починить. Надо кораблем туда заехать. Услуги, да, есть корабль починить? Услуги есть. Ну, так это надо заехать кораблем туда. Оп, ладно, поплыви. Я просто не доплыл бы все равно. Доплыл. Нет, на одну клетку больше. Корабля, получить корабль. Не, ремонт корабля. Полностью он установил? Да, видимо, можно этими ремонтными увеличить скорость к максимуму. Смотреть товары. О, набор инструментов купить. И все. И все. Ничего нельзя. Болотный монстр. О, замок. Красивый. Это не нужно уже. Нет, не нужно, у меня такой же есть. Ну, который я тебе отдала, собственно. Кстати, блин, я его не экипировал. По-моему. Нет, экипировал. У меня почему-то... А, была лайк, видимо, сама по себе срабатывает. Так, посмотреть товары. Нет денег, давайте передам. Давай. Кому передать? А, синий передай. А сколько надо? Я еще в замок зайду, затарюсь. Я и свои деньги тоже передам все. Кому передать? Синий. Передать. Что вы в замке есть? Так, сейчас сначала куплю. Все, зашел в замок. Доска заданий, я возьму... Блин, мешочек с трутом или деньги? Я бы мешочек с трутом взяла. Беру. Деньги так... А, там просто любовное письмо отнести. О, доплыть можно. Не нужно. Так, а в рынке там.
Там ничего, кроме подбородок, нет. Так, а у меня лук какой? У меня обсидиановый лук? Да, у меня такой лук уже есть. Там только травы скупай, всё. С тобой бомбу. Так, бишбородка. Ладно, поплыли дальше тогда. Или сразу задание выполним. Потому что вниз плыть смысл. Хотя можно и вниз, а вниз, там каменный герой, который фокус пополняет. А, ладно, давай. Ну, плюс открыть туман. О, и пещера, кстати. А, точно, в пещеру. Где фокус пополнить или нет? Я думала, твой красный пополнить, чтобы отхилиться. А это только фокус. Это... Хотя ему опыт дадут. Да. А, ладно, пусть. Ему опыт дадут, и он за опыт похилится. Ладно, тогда. Это уже два этих сидеть там. Ну, я, по крайней мере, хилюсь на 8, на 9 хп. И ты тоже можешь на 9 хп хилить. Я не поняла, что сейчас. Но если ты просто ход пропустишь, ты хильнешься на то, сколько у тебя осталось. Сколько пропускать? Ну ты куда торопишься? Рыцарь смерти. Дух. Бля, они все, короче, тяжкие. По 10. Да, я тороплюсь, чтобы вот этот вот дед на шкале, блядь, не пришел к нам. Придет. Почитание. Все, пещера. Сколько уровней? Трубочек, наверное. Или я лучше в бар начать? Да, балалайки. А то он будет руинить нам все. Можно, конечно, пробовать. Ладно, давай, барда. Так, я не понял, бард. Я его добью. Лишь 8 уровня. О, вау. Все, теперь все. Блин, вот еще кто-то теперь набрать можно на 13 уровень. Блин, еще ступень.
пока не будем использовать палатку. Ладно. Как и с чем я не буду? С проклятием? Да. Успеем втроём убить пока? Демона? Да, давай демона. Огненный шелк. Что это такое, я не знаю. Как же хочется урона. О, пятерочку бы лишнюю. Можно было и попасть. Придется юзать пожбородку. Всем. Я сейчас использую. Да сколько пожбородок осталось? Две. О, одна. Я просто забыла сейчас использовать. На самый конец улетел. Из-за того, что у нас не осталось травы почти, мы, наверное, босса не сможем убить. Нет, просто... Не, возможно, босс-то будет легкий. Не будет. Тогда запасов травы у нас мало. Ладно, возьми, сразу активируешь. Пошли в последнюю комнату. Неплохо. Эту купчину на пиратский корабль в любом порту. Ну, прям рядом с портом можно посмотреть
Что за пиратский корабль? Он типа круче или... Вы нашли корабль капитана Зеленой Бороды? Доставьте эту купчу в порт как можно скорее. Возможно, это именно то, что нам нужно для победы над морским королем. Мне теперь интересно, что за пиратский корабль. Да не бойся какой-нибудь. Поедем за пиратским кораблем в порт? Да, как раз там еще запаримся этими. Попадаем. Так, услуги. Получить корабль. Пиратский. Да, нажим. Это пиратский? Не очень похож. Выберите лодку, которую можно получить. А, мы, наверное, сейчас... Мы взяли... А, вот так корабли продавать, наверное, можно. А пиратский-то как? А вот теперь... Пустить свою новую. Нажимаю. И что это? Это не пиратский, это просто бронированная лодка. Ты сейчас вызывал пиратский корабль? Или нет? Короче, где пиратский-то, блядь, корабль? У кого купчая? А, кстати, у кого купчая, да? Купчая у синего, по-моему. Нет. Ни у кого нет. Короче, походу, проебал наш корабль и... Нет. Он, кстати, другой корабль-то. Он с белыми парусами. А нет, подожди, у меня купчая на пиратский корабль. Тогда я смотри, я... Подожди, я отдаю тогда красному. Давай. Да. Я тогда этот корабль забираю. Чтобы можно было в другом порту, например, его. Пиратский, пожалуйста... Как мне спустить? Блин, нажми туда. Ну это купчая на судно. А, у меня... Ты синий отдала или какой? Красный. Ну, ни хрена не. Но я имею в виду, что мне... Нет, у тебя купчая на бронированную и купчая на пиратский корабль. Отдай купчую на бронированную другому персонажу, я чтобы понял. У тебя только была на пиратский корабль. Я понял тебя. Возможно, они одинаковые. Что бронированная лодка и пиратский корабль, наверное, они одинаковые. То есть просто чтобы 500 денег не тратить, ну и вот все, купчи на судно. Вот, все, пиратский корабль. Не, у него только... 14, бля, нихера. И насколько он кататься будет? Сейчас узнаем. Надо аккуратненько. А, так же. Ну, он просто жирнее. Нет, вниз, влево едь. Морскую пещеру хочешь мелкого уровня? Ладно, давай. Блять, 35. Надеюсь, крита нет. Давай я лучше его балалайкой. А кого тогда мне бить? Костяного короля. Лучше бы я. Нет, это не... Thank you.
Да. Давай. Лисёночки. Нам, наверное, знаешь, надо где-то поставить палатку. Чтобы не тратить. Опытом, да, мы сейчас не похилимся уже. Кстати, тоже не активировала в прошлый раз. Бля, сейчас. Да потому что там уже дерьмо дают как. А, ну да, конечно, да. Значит, как Максим не активировал, так значит, ну, ты все время забываешь. Как Ксюша забывает, так? Ай-ай. Блядь, морской моллюск. Да, давай, чтобы нам ничего не поломалось, концентрируемся на нем. Да, вот этот концентрат. Тебя что-то смущает? Ага. Нормально все. Фантом или... А тут кого хочешь. Ого. Видишь, благодаря. Вау! Подгузник. Надо на берег выйти. Ладно. Зачем выйти на берег? Выйти. Сидеть в палатке. Вау! Смотрите, блин. Да. Как нам раздать? Мне... Мне тоже не надо. А я когда похожу? Езжай влево, вниз, влево. Вниз, влево? Да, влево, вниз. Ну, влево, короче, да. Вот. Все, подобрать группу. А я-то когда буду ходить? Вниз. Вниз теперь? Влево. Влево есть. Теперь вниз. Я вниз! У меня все, ходы закончились. Ну дай мне тогда. Все, бери. Бля, где суша? Собрать, ну здесь-то не мимо. Все, вниз-то наверх надо было. Потому что надо. Ладно, наверх езжай за сундуком, а потом езжай на сушу. Надо похилиться этим палаткой. Желательно... А знаешь, где мы садимся? О! Твоё любимое. Без урона. Но они сильнее, чем, по-моему, другие маракасы. Где мой кинжал? Знаешь, куда езжай? Куда? Вот сюда. Ага. Вот здесь высадимся между... Вот этими монстрами еще и темный омут. Я хочу залезть в темный омут. А где темный омут? Вот он. Тебе, короче, вот сюда езжай. Вот, вот к этой статуе. Вот, вот тут. Здесь. Тогда сейчас отдохнем там и да. На босс нам пойдем.
На босса. А мы все сделали, нам осталось только босс убить. Ладно. Тогда можно было возле босса это сделать. Использую палатку. Да, оставь. И опыт восстановим. Ой, не опыт, фокус, то есть. Угу. Чуть предмет, ничего. Вернуть. Подождем. Приколы. И сколько мне надо ждать? Я успею похилиться и фокус восстановить? Успеешь. Ой, да уж, нырнула. Несколько интересно, это сколько? Ну, блядь, написано несколько. Чего в конкретике нет? Один? Нет, это уже второй пропускается. Нет, это был первый ход. Один? Я пропустила тот, на котором... Нырнула. У меня было несколько. О, смотри, здесь есть. Я просто смотрю города. Что тебе еще можно закупить? Ты о чем? Какой висп? Да. Где? Где пустыня? У меня, посмотри в монитор. Вот. Виспа. Я думаю, мы потом быстренько сплаваем в город, потому что, ну, без города будет тяжело. У меня еще не весь HP восстановился. Мне еще фокус надо восстановить. А, ты не успеешь. Но, к сожалению, я не успею. Ладно, давай я тогда нас заберу. Жаль. И быстренько сплаваем до города. Зачем? Бушбородками затаримся, а то у нас ноль бушбородок. Вон. Ты нашел, где продают бушбородки? Да. Это далеко? Нет, вот палатка город. Правее. Вопросик. Я не поеду туда. Я не вижу этот город. А, ну он меня. Угу. Еще одна пещера. Я что-то не хочу. Надеюсь, мы успеем до того деда. Я думаю. Даже если не успеем, то... Нет, мне кажется, мы не успеем. Что там еще есть? Больше ничего? Трава отшельнику? Куплю. Спиди не подсыпаю. Чего надо, не надо? Еще денег дать? Нет, по-моему. Тогда выйти. Можно еще в один город быстренько сплавать. О боже. Вот прям рядом есть. Пундера. Да, он где? Нет. Справа. Справа еще, вот он.
Видишь, да? Нет. Да вот оно. Это надписи. Да нихера себе, это далеко. Забей. Ну ладно, тогда подожди, сейчас я тогда раздам. Лыжбородку. У тебя сколько их? Одна. Так, одну тебе. И отсюда. Одну тебе. Так, у тебя трава отшельника сколько? Одна. Так. Кстати, я что-то не пойму, а где моя трава, которая восполняет full HP? Где она? Помнишь, мы получили... Её, походу, у тебя её кто-то стыбил. Дерьмо, быть вонючий. Ну и смысл было её получать. Я тогда знаю, что сделаю, пока... Я выше вниз проехала, там еще что-то интересное. Потом я, наверное, надену катану. И надену щит, который от бухла меня спасать будет. Когда я смогу ром пить. Все, поехали тогда на этого. Поехали. А, подожди, стой. Басанского. Ой, все, начинаем? Давай. Ой, засаду ему можно. Не, я не буду рисковать, потому что у меня нет фокуса, поэтому... Просто сразу не... А сколько роль? Жалкие щенки, чтобы вам потонуть со всем вашим барахлом. Бьем его морду, давай, не щупальца, а морду. Давай. Съешь что-нибудь. Угу. Я съем, знаешь что? Я съем... 25% к урона от атаки группы. Давай, красную сферу. Все теперь кто-нибудь. Так, что я могу съесть? Я могу съесть. Катаной можно же сквозь броню бить? Не, надеюсь. Пока нет, но... Знаешь, голову ковырять 10 лет. Ну, я могу потом... Я потом поменяю на это, у меня просто, чтобы... Пока ром? Да, ром использую. Ого, 73. Вообще, короче, смотри, у меня брони какие. Но его можно закровоточить. Класс. Пусть там подыхает аккуратно у себя. О, его еще и сморозить можно. Я так... Морозь. Посмотри. Сколько я по нему ударю? 48. Не ударю, блядь. А, почему? Почему? Так, что я могу еще съесть? Надо фокус. Ты можешь фокус использовать? У нас такой фокусный. Я не думала, что он... Так, увеличу скорость во время битвы. Ну-ка. 46 я, по-моему, убью через броню. Нормально тикнуло. Так, использую целостные силовки. Ты зачем? В смысле, он все равно на 2 или на 2 и... Если я похожу сегодня или нет? Короче, я ходила тогда, когда все бафы слетели. А я сейчас снова нам накину. Дерьмо вонючее. Бесит, не могу уже погореть. Ненавижу. Больше его заморозить не могу. А я еще раз пойду. Ну,
Если ничего есть, то чини корабль. Нет, я тогда съем. Ну, уклонение. Угу. Что он там помешал? Отражение наколдовал на шипуть. Можешь его подморозить? Нет. А почему? Ты же его морозил. Это сфера была. Да, это была сфера. А, ром выпил. Я думаю, ты уже. Не, я еще один. Я думал, здесь подземелье будет, поэтому эти палатки я не использовал. Чё он бьёт всё время одного? У нас с тобой полное хп, а он бьёт только от крайнего права. Протечение. Пусть сдох. Ага. Ой, его три зубца там набивали. А, щупальца все равно запинать надо. Ну ладно. А я жду, думаю, что ничего не происходит. Такая шпиня. Ну? Сейчас, я думаю. Иди. Чё ты переодел? А люк не взял. Зачем? Зачем люк мне-то? Чё делать? Шик сделать. Нет.
5 всего лишь, да. Зачем нам дают вот это, если, ну, как бы нам дальше играть уже нельзя? Не знаю. Вы справились, вы впредь победили морского короля. Никто не сомневался, что вы справитесь с этой задачей. Ожидание удаленного игрока. И как раз вовремя. На морозном пике очень холодно, и кажется, мне на глаза попался... Неважно, кажется, это на меня холод так плохо влияет. А мы уже прошли же морозный пик, да? Что ж такой героический подвиг заслуживает награды? Можете забрать все мои сокровища, они закопаны в... Капитан Брадоч, вы еще там? Странно, он просто исчез. Подожди, а как он нам с, ну, с нами разговаривает с морозного пика? Вот так, смотри. Эй-эй-эй-эй! Так, блин, это условности. Ну, неважно, вы спасли Фару и заслужили поздравления. Как и всегда, отметим события в местной таверне. Говорят, у них тут в конце рабочего дня подают особое блюдо – рыбное тако. А, смотри, опять бронзовые. Ща, у меня. Скриншот. Блин, игра, я не хочу скриншот. Зачем ты мне делаешь скриншот? А мне не сделал, а сделал. Капец, охотники. У тебя со щитом, ага. С мечом. У меня балаваешник. Ну ладно, один только с луком. И то в шапке мага. Ладно. Я куда? Во. Все.